Здравствуйте, дорогие подписчики канала Страня. И сегодня я покажу вам, как сделать метро. Я сейчас нахожусь в арктической пустыне. И тут пиздец как холодно. Итак, ну ладно. Я постараюсь сдержаться и не замерзнуть тут херам. Так что давайте найдем, где бы построить метро. Итак. Метро обычно бывает воздушное и подземное. Поэтому сейчас мы... О! Смотрите, как нам повезло. Значит, метро у нас будет подземное. Так, самая трудная задача — это спуститься туда и не пораниться при этом. Так, как вы можете видеть, там вон вода. Если я прыгну в воду, то по идее я выживу. Так что давайте попробуем. Отлично. Как вы можете видеть, вода смягчает наше падение, и мы не умираем. Так. Для того, чтобы сделать метро, нам нужен туннель. Так, ну вот тут можно, кстати, еще спуститься. Вон вода, давайте я прыгну сейчас. Я по-любому не помру. Оп. Ой. Смотрите, как много алмазов, золота. Так, давайте сейчас мы прикопаем вот сюда. Так, а что-то у меня камень-то не выпадает мне. Почему? Нужно кирку сделать, я забыл. Так, давайте, у меня как раз вот стол крафтинга есть. Сейчас мы сделаем кирку. Итак, чтобы сделать кирку, нам нужен камень. Ну, камни здесь... много, поэтому давайте сначала его добудем. Так, и теперь можем сделать кирку. Так, кирка делается, значит, вот так. И вот так. Отлично. Кирка есть. Теперь, как вы можете видеть, мы можем добывать камень. Давайте заберем свой стол. Так, давайте проделаем здесь туннель. Для того, чтобы сделать хорошее метро, нужно прорыть туннель 3 на 3. То есть вот так вот. Видите, 3 и здесь 3. Также, кстати, я хотел сказать, вам понадобятся свечки. Поэтому давайте найдем свечки. Вот уголь. Из прошлых уроков вы можете посмотреть, как сделать свечки. Нам нужен уголь и палки. Так, уголь у нас, значит, есть. Теперь остаются палки. Давайте сделаем. Так, а что-то... какая-то херня. Так, а вот уголь, вот. Все. Так. Сейчас. Так, сейчас сделаем палки и уголь. Так, что-то... подождите, может в печке надо? Нет, это стол, да? Что-то я не пойму. Что-то глючит. Так, а что за глюки-то, блин, а? Попробуй сейчас это, комп переспустить. Итак, я переспустил компьютер. И вроде бы сейчас уже не должно глючить. Да, отлично, вот видите, я вообще не понимаю, что за фигня была. Вот напишите в комментариях, если знаете, в чем ошибка. Просто я не могу понять. Все вроде делаю правильно, а ничего не получается. Так, свечки получили, и теперь мы можем подсветить наше метро. Давайте проделаем туннель поглубже. Так, ну, здесь я, наверное, ускорю видео. Итак, ну я думаю, достаточно. Так, вот здесь у нас будет конечная станция, а там будет начальная. Так. Так. Давайте подумаем логически. Метро состоит из рельс и поезда. Ну, в качестве поезда мы будем использовать
вагонетку. А поэтому нам нужно найти ее. Найти, как ее сделать. Итак, сейчас я покажу вам, как это сделать. А для того, чтобы сделать вагонетку, нам нужен металл. А давайте сейчас достанем металл. У нас есть как бы уже... Я уже подготовил его, нашел. Так. Вот, значит, так делается вагонетка. Так, вот она, значит, вагонетка наша. Так, и, значит, сейчас мы сделаем рельсы. Так. Так, вот тут деревянные рельсы. Так, это вот деревянные рельсы. Так, и давайте металлические тоже сделаем. А, сейчас покажу, как сделать металлические. Так, вот. Нет, это деревянный. Вот так вот. А, наоборот, наоборот. Вот. Палки в середине, а по бокам металл. Так. Вот так. Отлично. Теперь давайте попробуем проложить их. Так. Подождите, а это по стене, что ли, можно? А по полу что-то нельзя. А, деревянные можно, значит, по стене. А, железные по полу, наверное. Так, ладно. Так, давайте заделаем дырки, случайно сделали. Так, ладно, давайте, раз можно железные по полу, сделаем железные. Так, так, надеюсь, у нас хватит рельс. У нас всего 16. Итак, отлично. Теперь у нас готовы рельсы, и осталось только поставить нашу вагонетку на них. Так, поставили. Так, она не должна разве упасть? Что-то. Так, а как в нее сесть? Так, ребят, сейчас я покажу вам, как в нее сесть. А, чтобы в нее сесть, нужно нажать правую кнопку мыши. Так, я что-то не понял. Так, может быть, лестницу такую сделать сейчас? Так, вот мы сели в нее. Видите, я в ней как бы внутри. Но почему-то глючит все, и она на воздухе. Так, ну, может, еще раз попробуем? Да почему ж такая... Почему же она на воздухе-то, я не понимаю. Итак, ребята, я перезапустил Майнкрафт в очередной раз. И я не знаю, сейчас может опять будет глючить, но я не знаю, почему она была на воздухе. На Википедии написано, что все должно быть как бы нормально. А еще я спросил у друга, почему она на воздухе, да, с ходилками по-быстрому. Он потому что играет тоже в Майнкрафт, как я. Он тоже такой мастер, как я. Вот. И он сказал, попробуй сделать новую. Ну и значит, я попробую. Вот, сейчас проверим. Вот. Вот, отлично, это то, что надо. Вот. Так, а теперь давайте попробуем в нее сесть. Так, в нее сесть. И надо поехать, нажать, наверное, в W. Вот, готово. Как вы можете видеть, мы едем. И вот в чем заключается все метро. Все работает, друзья. Вот мы можем сесть. Так, у нас рельс скатилась немножко, надо ее поставить. Вот, едем. Все работает, метро готово. Можете ездить, наслаждаться. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и ждите новых уроков.